Приветствую вас. И, понимаете, проблема, в которой вы столкнулись, она началась ведь не сегодня. Проблема, с которой вы столкнулись, началась уже довольно давно. И вы пишете, что, значит, вы с мужем в браке 6 лет, что ребенку вашему 3 года, и что муж как бы живет в своем мире. Ему никто не нужен. То есть его все устраивает. У него нет потребности в том, чтобы быть с вами, чтобы взаимодействовать с вами и с ребенком, да? Смотрите. Так было не всегда. И я думаю, что были какие-то обстоятельства в вашей жизни, которые обусловили данное отношение человека к вам. И именно с этим отношением человека к вам и нужно разбираться по большому счету. Из-за чего, когда мужчина начал себя так с вами вести? Когда, с чего, что послужило причиной для этого, и так далее. То есть нужно разбираться с этим. Может быть, были какие-то проблемы, которые ваш муж неправильно понял, который ваш муж неверно расценил, и в результате получилась такая вот ситуация, что он на что-то на вас обижен, например. Да, плохо, что обижен он на ребенка тоже. Это безусловно плохо. Очень плохо. Но с другой стороны, проблема есть, ее надо решать. Если он не подает на развод, значит, вы ему еще не безразличны. Пока. Что? И, соответственно, нужно разбираться с тем, что именно произошло. Может быть так, что мужчина потерял интерес к вам после того, как появился ребенок. Может быть, мужчина ревнует к вам и ребенку. Некоторые молодые люди очень часто
испытываю древность по отношению к своему сыну, да, по отношению к своей жене, ревнует, в общем, жену к сыну. И данная позиция, она продиктована совершенно разными моментами, например, неуверенностью в себе мужчины, такое бывает, такое может быть. Например, какими-то трудностями между вами, какими-то, ну, недомолвками, какими-то проблемами, если такие есть, конечно. То есть ситуация на самом деле довольно разнообразна. И как бы понятно, что у этой ситуации есть свои, ну как бы же есть свои причины. И с причинами нужно разбираться. Если вы действительно хотите сохранить семью, то нужно брать и анализировать. Брать и смотреть, собственно, что произошло, как вы жили до рождения ребенка, как повлиял ребенок на поведение мужа, что мужу не нравится, от чего он там, например, ну, бежит, ведь он же убегает, используя планшет, экраны, все вот это вот, он убегает от вас, от реальности. И вопрос в том только, зачем? Почему? Понимаете? Какой момент? И отсюда мы делаем, в общем-то, несложный вывод, что исходить вот в своем поведении нужно из корня проблемы. В зависимости от того, какая проблема, в зависимости от того, что проблема из себя представляет, и нужно будет выстраивать вам свою модель поведения. Никак не наоборот. Мы не можем подсказать вам, как себя вести, не зная проблемы, не зная вашей проблематики. Понимаете? Мы не можем этого. Но уже сейчас я могу сказать совершенно определенно, что вы с мужем перестали друг друга воспринимать как мужчина и женщина. Вспомните, как вы себя вели, когда вы только познакомились и только стали встречаться. Вспомните, как он себя вел, когда, опять же, вы познакомились только и стали встречаться. Вспомните обо всем этом. Постарайтесь вспомнить. Это важно. И если вспомните,
то я полагаю, вам не составит труда прийти к определенным решениям, прийти к определенным выводам относительно того, что является проблемой ваших отношений. Где корень проблем лежит? В какой момент вы перестали видеть друг друга, ну, собственно, мужчину и женщину, любимых людей? И отсюда рекомендация вам пока может быть дана только одна. Постарайтесь оставить ребенка ненадолго и выберитесь с мужем куда-нибудь вдвоем. Побудьте вдвоем. Вспомните, каково это — быть вдвоем. Вспомните, каково это — быть только вам вместе. Только вы и все. И больше никто. Вспомните. Вспомните сами. Напомните ему. И я полагаю, что результат не заставит себя долго ждать. По крайней мере, вы увидите для себя возможность или невозможность нормализовать отношения со своим мужем. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Понимаю, что достаточно мало предоставил вам информации по ситуации, но, к сожалению, и вы больше информации не дали. И чтобы получить ее, ну, то бишь, дополнительную информацию, нужно с вами работать, нужно провести хотя бы несколько консультаций, чтобы понять, что вообще с вами происходит. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!